насаживать как правильно. Дальше креветка. Да. Вот у нас креветка. Не жалейте денег, берите вот тут. На сколько там, на 100 рублей, вот сколько возьмете. Да, по акции можно находить в магазинах. Да, вот думать, плюет. Да? Красная. Какая она еще была? Белая там? Нет, давай. Вот. Можно ее через бошку? Давай чулком. Чулком. Продеваем и прогоняем на крючок. Аккуратненько. Желательно чуть-чуть подмороженная, она лучше девается. И все, она никуда не девается. Жало надо обязательно, чтобы вышло. Хвостик можно вот так вот щпоньк убрать. Отрывать ничего не надо, ни голову, это лишний запах нужный. Вот так она висит. В принципе. Но это вариант жилищный. Можно червячка поднять. Немножко поближе. Поближе. Вот таким образом. Осенью все то же самое, только мы ее закрепляем еще резинкой, когда